Всем привет, меня зовут Катя, и сегодня я покажу, как шить футболку по выкройке Элины Потыковой, футболка Everyday. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so... Первым делом печатаем лист, где есть проверочный квадрат. Измеряем его. Если все хорошо, печатаем остальные листы и склеиваем выкройку. Давайте ее рассмотрим. Деталь переда идет со сгибом. Есть метки для рукава и есть метка для обтачки горловины. Деталь спинки также дана со сгибом. Есть метки для рукава. Деталь рукава. Есть метки для втачивания с проймой переда и с проймой спинки. Деталь обтачки горловины кроится из основного полотна. Обязательно переносите все метки. Шить буду из кулирки с лайкрой. Перед кроем полотно обязательно нужно продекотировать. Если хотите, можете постирать. Я не стираю, а только прохожу утюгом с паром. Сейчас дам небольшие рекомендации по крою. На каждой бумажной выкройке есть стрелка. Она обозначает долевую нить. Стрелку на бумажной выкройке соединяем с долевой нитью на полотне. На кулирке долевую можно отследить по косичкам. Детали спинки и переда кроим в сгиб полотна. Полотно складывайте строго по косичкам, чтобы они были ровные, потому что кромка у кулирки может быть неровная. Прикладываем первую деталь, совмещаем косички и долевую и переносим деталь удобным для вас способом. Деталь спинки также кроим со сгибом. Здесь большую роль играет наличие принта. Если он есть, то кроим строго, как и первую деталь. Если его нет, то можно деталь развернуть. Деталь спинки переносим, далее переходим к рукавам. По рукавам также ориентируемся по наличию принта. Если принт есть, то его обязательно нужно соблюдать. Если принта нет, то можно детали располагать друг под другом, либо в сгиб. Но обязательно соблюдаем долевую. И также не забываем, что детали рукавов должны быть в зеркальном отражении. Не забудьте перенести все метки. Далее будем кроить деталь обтачки горловины. Располагаем деталь так, чтобы она полностью поместилась на полотно, не было никаких швов, и соблюдаем долевую. Обязательно перенесите все метки. Метки нужны для удобного стачивания с горловины, и тогда обтачка будет идеальная. Когда все детали перенесете, далее вырезаем. Советую вырезать так, чтобы нарисованная линия оставалась за пределами выкройки, то есть она была на отрезках, которые вы потом выбросите. Для работы нам понадобится иглы для трикотажа, нитки в цвет для основного стачивания и нитки для отстрочки. После декотировки и раскроя у вас должно получиться деталь переда со сгибом, метки переносим, деталь спинки со сгибом, также переносим все метки, две детали рукава в зеркальном отражении, деталь обтачки горловины, все метки перенесите. Сразу же я раскроила отрез из основного полотна для того, чтобы закрыть шов горловины спинки. Приступим. Соедините деталь спинки и деталь переда лицом к лицу. Плечевые срезы соедините и скалите булавками. Стачайте их на верлоке. Плечевые швы приутюжьте и заутюжьте на сторону переда. На данном этапе советую обработать горловину, так будет удобнее. Деталь обтачки горловины соедините лицом к лицу, скалите булавками короткие срезы и стачайте их на верлоке. Шов стачивания приутюжьте и разутюжьте в разные стороны на месте сгиба. Деталь согните пополам, изнанка к изнанке и состыкуйте все метки, зафиксируйте их булавками. На горловине спинки и переда найдите середину и поставьте метки.
деталь обтачки вставьте в изделие лицом к лицу. Шов стачивания обтачки соедините с плечевым срезом изделия. Далее продолжите совмещать и скалывать все метки на обтачке горловине и срезе горловины изделия. Если вы не будете закрывать шов горловины спинки отрезом из кулирки, либо закроете его киперной лентой, то сейчас уже можно стачать горловину изделия и обтачку на оверлоке, растягивая только обтачку. Но если вы будете закрывать кулиркой шов горловины спинки, то отрез из кулирки с короткой стороны подверните на 5 мм, изнанка к изнанке зафиксируйте булавкой. Этот сгиб приколите к плечевому шву и шву стачивания обтачки. Далее эти срезы стачайте на оверлоке, растягивая равномерно только обтачку. Отрезом из кулирки просто накрывайте обтачку горловины, отрез не растягивайте. Когда дойдете до противоположного плечевого шва, отрез из кулирки подверните на 5 мм и продолжите строчку. Если отрез длиннее, то отрежьте ненужный кусочек, подверните на 5 мм изнанка к изнанке и продолжите стачивать. Когда притачали обтачку горловины, давайте закроем горловину спинки. Отрез из кулирки подверните в два раза, спрячьте в него шов и приколите булавкой. Таким образом подверните весь отрез из кулирки, спрячьте в него шов и скалите булавками. Далее я настоятельно советую сметать. После того, как сметали, хорошо приутюжьте. Вам важно примять слои, чтобы они были максимально тонкими. Теперь проложите строчку на швейной машине на расстоянии 1 мм от подогнутого края отреза из кулирки. Еще раз хорошо все приутюжьте и отутюжьте горловину, и она готова. Теперь будем втачивать рукава в открытую пройму. По меткам, которые вы перенесли с бумажной выкройки, подберите нужный рукав к выбранной пройме. Соедините рукав и изделие лицом к лицу. Состыкуйте все метки и соедините срез оката рукава и срез проймы изделия. Зафиксируйте булавками и стачайте на оверлоке. Точно так же втачайте и второй рукав. Швы приутюжьте и заутюжьте на сторону рукава. Далее изделие соедините лицом к лицу и боковые срезы скалите булавками. Стачайте их на оверлоке. Стачайте и противоположные боковые срезы. Швы приутюжьте и заутюжьте на сторону переда. Далее будем обрабатывать низ рукавов и низ футболки. Подверните низ рукава изнанка к изнанке на расстояние припуска 2 см. Зафиксируйте удобным для вас способом.
Можете сколоть булавками, можете сметать, можете приклеить наклейку и паутинку, как вам будет удобно. То же самое сразу сделайте и со вторым рукавом, и с низом изделия. Подверните его припуск на расстоянии 2 см изнанка к изнанке и зафиксируйте удобным для вас способом. Теперь обработайте эти срезы на распашивальной машине. Если у вас нет распашивальной машины, то можете воспользоваться двойной иглой для вашей швейной машины, либо подобрать подходящую строчку на вашей бытовой швейной машине. Но смотрите, чтобы строчка была эластичная. Уберите все ненужные ниточки, уберите сметку, все хорошо приутюжьте, и ваша суперфутболка готова. Она очень стильная и с крутой посадкой, вы будете довольны. Ставьте хэштег Потыкова Everyday, отмечайте нас в ваших соцсетях. Всем спасибо за внимание и всем крутых футболок!